Нет, нет, нет. Да, это уже началось. Ну, отлично. Итак, мы в эфире, мы в эфире! Как может быть еще лучше? Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Los que lo van a ver en vivo, los que lo van a ver en el futuro. Estoy con Loli Hancock para que nos platique un poquito más acerca de esta clase que tiene un nombre. Итак, Лали, спасибо большое, что мы с тобой в эфире. Можешь поговорить о том, как это создание родилось, вот это волшебное имя, как оно было создано? Да. И вот это волшебное имя для всех говорящих на английском языке. И это появилось несколько лет назад, и это началось как шутка. Я была в Авиньоне во Франции и фасилитировал класс, который называется «Неосознанно». А, нет, правильный голос для вас. И правильный голос для вас. Это очень такой забавный класс, который мне очень нравится фасилитировать. И неважно, насколько... Не имеет значения ваше обучение, но мы все можем стать больше сами собой. И разные люди приходят на класс, чтобы получить свой голос. И это могут быть да, домохозяйки или менеджеры. И это трехдневный класс. И каждый день мы говорили про вагины. И люди бы сказали, Лали, тебе нужно вот создать класс, который называется «Правильная вагина для тебя». И я подумала, что это была шутка. Но потом я обнаружила, насколько мы разделяем себя от разных частей тела. И вот от этих точек зрения, которые начинаются в таком молодом возрасте, и большинство из нас даже и не знают, что есть все эти проекции на нас и на наших телах в те моменты, когда наша мама подумала, что она беременна. И те вещи, которые происходят в ваших жизнях сегодня, возможно, связаны с тем, что произошло, когда вы были ребенком. И несколько месяцев после этого класса я разговаривала с основателем Access Consciousness, его зовут Гэри Дуглас. И я сказала, Гэри, люди продолжают спрашивать меня о том, чтобы делать класс про вагины. И Гэри, а могу я сделать специализированный класс о том, чтобы иметь больше единения с телом и вагинами. И вот он погрузился в энергию того, что было бы создано, как будто бы если уже было бы в мире.
Y él empezó a percibir esta energía de qué crearía y si сказал, да. Estuviera en el mundo. Y él dijo, sí. And he said, yes. И знаете, я знала, что вот начало этой программы, это может быть выглядеть немножко иначе, чем прочие семинары, которые я делала. Да, большинство людей, они не замечают, насколько табу существует вокруг вагин, пенисов. Но у каждого из нас есть все потрясающие части тела. И когда вы включаете все части вашего тела, вы позволяете, чтобы для вас были доступны совершенно другие создания. И для большинства людей, когда они думают про осознанную вагину, они улыбаются. Но этот класс — это не про секс. Нет, это об этом единении и включении всех частей вашего тела. И когда люди приходят в этот класс, они делятся обратной связью. Но они поделились, что у них больше уверенности в себе и со своими телами. У них больше легкости, когда они способны разговаривать с другими. У них больше легкости со своими телами и в создании со своими бизнесами. И те, у кого есть партнеры, они также делятся, насколько их сексуальная жизнь становится счастливой. И это звучит потрясающе, Лали. Но я вот хочу что подчеркнуть. Это о вас и о вашем теле. Это не только про то, что у вас с кем-то есть секс. И это вот один из потрясающих побочных эффектов, если вы этого захотите. И даже если называется осознанная вагина, за последний год этот класс также доступен и для мужчин. Это не о том, чтобы исключать мужчин или женщин. Это включение всего и всех. И для меня это богатство жизни, когда вы включаете абсолютно все. И мне было интересно, какой была бы жизнь, если бы мы создавали, относились к телу как к лучшему другу. И обычно, Лали, вот есть определенные отношения с телом, вот против тела, но не в единении со своим телом, знаешь. И вот ты говорила прежде о всех этих разных вещах, которые спроецированы на нас как женщин, но большинство времени мы даже не осознаем это, знаешь.
realidad las mujeres muchas veces... Y esta clase es cómo en realidad las mujeres muchas veces tenemos todas estas proyecciones por nuestro género, pero ni siquiera nos damos cuenta. Y спасибо, Лали. Если кое-что, что ты хотела бы ты рассказать, это будет 29 июня. А нет, 29 июля, июля. О, и я даже вообще не знаю, какой же сейчас месяц. И да. Este julio 29 será en línea. Puedes tomarla desde cualquier lugar. Y так много языков будут доступны. Так что можно присоединиться из любого уголка мира. Спасибо, Лали. Ах, есть ли еще что-то, что ты хотела поделиться об этом классе? Ну, я реально воспринимаю, что потрясающее, это удивительное приглашение. Да, спасибо, спасибо. И знаешь, для меня это создание было таким приглашением, чтобы перестать скрывать себя. En realidad esta creación ha sido una gran invitación. Но так часто мы неверно определяем, что это такое означает создавать со своим телом. Но этот класс, он показал мне настолько, как мне нравится создавать новые бизнесы. Porque a mí esta clase también me ha mostrado cuánto más puedo crear. Y с карантином мы создали три бизнеса, которые уже были запущены. Y esta cuarentena en realidad también nos llevó a crear todavía tres negocios. И еще больше хотят быть созданы в этом году. И это не о том, что есть что-то за пределами вас, и это скажет что-то вам о вашем теле. Это удивительно. Но что вы и ваше тело можете создать и с этим повеселиться? Большинство из нас делают тела, пенисы и вагины, делают такими очень серьезными. Обычно, но да, мы даже вообще не говорим об этом. И это так серьезно, что мы вообще об этом не говорим. Мы называем какими-то именами. Muchas veces es tan serio este tema que ni siquiera les decimos por su nombre, les ponemos un sobrenombre. Y класс создает вот это вот безопасное пространство, чтобы люди были уязвимыми. Y algo de la clase es que crea este espacio seguro para que la gente pueda hacer en realidad. Y вам не нужно говорить вслух ваши вопросы, если не хотите. Но есть нет таких вопросов, какие нельзя было бы задать. Когда мы позволяем дополнительные осознанности и возможностями, они проявятся. И прямо сейчас нет пререквизитов для этого класса. И так любой может принять участие в этом классе. И мой любимый вопрос, если я сделаю это, или я буду в этом классе, какой будет моя жизнь через 5 лет? А если я не сделаю этого, то какой будет моя жизнь через 5 лет? И последуйте тому, что же легче для вас. Да. И мне интересно, что же еще возможно? Вау. И все возможно. Да. И если ты позволишь этому, да, все возможно. Si tú te
Итак, я приглашаю всех поисследовать, какой была бы ваша жизнь, если у вас было бы лучшее единение со всеми частями вашего тела. Y entonces me gustaría invitarlos a todos ustedes a que descubrieran cómo podría ser su vida si en realidad... Y этот класс, он доступен для всех возрастов мужчин и женщин. Y esta clase está disponible para todas las edades. Лале, а вот есть вопрос, да. Если, допустим, ты хочешь принять участие в этом классе, есть дочь, можешь ли дочь принять участие? Да, конечно. Все дети до 15 лет участвуют бесплатно. И если им 16 или 17 лет, это будет стоить полцены. И у нас также есть глобальные расценки для людей из разных частей мира. И они такие же, как в Access, верно? Да. Ну, спасибо тебе. Спасибо тебе, Лали, огромное за то, что ты поделилась этим, что ты делаешь это создание возможным, и вот за этот класс. И я реально вот могу ощущать какое-то огромное приглашение к тому, чтобы выбрать что-то другое. Así que muchísimas gracias, Loli, por esta plática, y de verdad se percibe la energía de la gran invitación que es para poder... Y так. Okay, so, los esperamos. Спасибо, Лали. И я надеюсь видеть всех вас на классе вскоре. Спасибо, всем пока-пока. Thank you, bye-bye, everyone. Adiós a todos, muchas gracias.